with it. Спасибо. Как называется песня? Или хотя бы слова? Ромашки спрятались. Ромашки спрятались. Пожалуйста, сюда. Лепесточек один. Можно сюда? Спасибо. Следующее. Спасибо. Композиция. Кто узнал? Выше птиц взлететь хочу я, чтоб взглянуть с голубой высоты на страну большую, на леса, на луга, на цветы. Замечательно, конечно же. Следующая композиция. Пожалуйста. Да. Антонов поет это «Не рвите цветы, не рвите», да? Пусть будет нарядная земля, а вместо букета дарите васильковые, незабудковые и ромашковые поля. Спасибо. Следующая композиция. Хором сказали, мы все-таки, да. Я все-таки или здесь рядом стою, или там боятся громче крикнуть. Будут призы, дорогие друзья, поактивнее. Спасибо. Следующая композиция. Спасибо. Лаванда. Лаванда, да? София Ротару. Следующая композиция. Спасибо. Посложнее, да, уже? Сенчина, правильно, Сенчина, конечно, поет. Да, Людмила Сенчина, не дари мне цветов покупных, собери мне букет полевых. Да, следующая композиция. Это детская песенка, сразу говорю, возвращаемся в детство, школьные годы. Очень знакомая, близкая. Спасибо. Кто знает? Угадайте, кто угадает с двух, а кто с трех? Нет? Можно дальше еще чуть-чуть послушать? Есть на свете цветок алый. Вспомнили? Да. Есть на свете кто-то, да. Есть на свете цветок алый, яркий, пламенный, будто заря. Следующая композиция. Тоже детская песенка. Городские цветы. Что? Городские цветы. Да, городские цветы, да. Конечно. Просто одну композицию пропустили, поэтому сама засомневалась. Городские цветы, конечно же. Кто поет? Первый исполнитель Боярский. Да, Боярский. Спасибо. Следующее. Я буду только на велосипед. Да. Барыкин поет. Нет. Барыкин сказали? Барыкин. Александр Барыкин. И туда, и сюда. Сюда, и сюда. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Марина Васильевна, сколько? 5. 2. И там 2, и тут 2. 1. Ну что ж, аплодисменты Марине Васильевне, обладательнице подарка от Натальи. Примите, пожалуйста. Это вам. И эти аплодисменты горячие тоже, конечно же, вам. Дорогие друзья, как только мы узнали дату, когда будет проходить открытие, Наталья объявила ВКонтакте конкурс, где мы разыгрывали сертификат на 1000 рублей.
И обладательницей сертификата стала Настя Гайфуллина. К сожалению, ее сегодня нет, но наши заочные аплодисменты, я думаю, адресат найдет дорогу в цветочный рай. А теперь скажите мне, пожалуйста, есть ли в зале присутствующие, у кого серия паспорта, не серия, номер паспорта, заканчивается 2001. Номер паспорта 2001. Вспоминаем, напрягаемся. Нет. Есть? Нет, точно нет. Приз уйдет ведь, останется в магазине. Вспоминаем? Кто родился в этот день? У вас сегодня день рождения? У сына день рождения? Ну что ж, почему бы и нет? Мы поздравляем! Подарок сыну! Можно? Точно сегодня? Мы вас поздравляем с этим замечательным семейным праздником. Это фоторепортер? Фоторепортера. А есть у кого номер все-таки заканчивается на 2017? 2017. К сожалению. Приз уходит, Наталья. Нет, к сожалению. Автомобиль остается у Натальи. Что ж, дорогие друзья. Магазин «Цветочный рай», конечно, рад дарить всем праздник каждый день. Здесь вы сможете приобрести не только красивые, изысканные цветы, но и выбрать подарки, сувениры. А приветливая хозяйка Наталья и ее очаровательные девушки всегда будут рады вам помочь. Такое же сегодняшнее событие произведет на вас только приятное впечатление и оставит в памяти вкус чего-то нового и неповторимого. Ведь открытие магазина цветов – это большой подарок для нас, для горожан. А вам, Наталья, и вашему коллективу в этот знаменательный день хочется пожелать хорошего спроса на товары, ласковых, добрых покупателей. Успехов вам, процветания! Еще раз наши бурные аплодисменты Наталье и магазину. Мы благодарим всех вас за то, что вы пришли. И у нас остался еще один приз, если кто-то уже выбрал подарок или что-то еще и изъявил желание купить, то этого первого покупателя тоже ожидает приз.